привет, друзья! Наливайте чаек, едем на барахолочку. И сразу скажу, в этом видео будет ценный приз, поэтому смотрите внимательно. И как он будет разыгран, тоже будет сказано в этом видео. Но сейчас давайте смотреть, что мы найдем после карантина. Много людей, но ничего не сказать. Опа, ты что? Ты что? А ты что, рано? Я рано не... А я рано? Рано не хочу. Да я уже не хочу рано. Леха. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Нету. Мало-мало. Ну ничего, может сейчас постягиваются. Вчера вечером дождь был, может напугал. Саныч. О, здравствуйте. Балды, надо? Здравствуйте. Приветствую. С наступающей вас и Пасхой. И вам не хворать. Вы сегодня вышли тоже. Что это такое? Да. Да. Вот так. Вот так. Ну да. Это так. Отвлекающий манер, чтобы сюда не смотрели. Сразу внимание сюда, и камеру, как бы, я думаю, не замечают. Ну, хотя удачных уже... вам находок. Да. Есть что-то хорошее? Не, я только зашел, сейчас буду искать людей, смотрю, маловато сегодня. Маловато, еще не очухались. Ожидалось больше. Понял, то ли сегодня, то ли... Работает или не работает, да? Да. Ладно, пойду искать. Ладно, привет народу. Да. Вашим тоже привет. Да. А почем эта штука? Непонятно. Працюю чи не працюю? 70 гривен. Зарицкий, это твое. А почем часики? Вот эти 100 гривен. Ходят, да? А командирские почем? Командирские вот эти 50. Они на ходу. А ты что, сегодня не копаешь? Здравствуй. Так вы же не везете, мы не копаем. Я вчера копал, позавчера копал. Сегодня копаем на барахолке. Копаем. Без лопат. Жил? Спортивного. Морозит. Да что, отлично. За сколько? Как думаете, за сколько их бы не жалко было купить вот так, чтобы по цене барахолки? Вот сколько бы вы отдали бы максимум? Ну, я бы 200 гривен дал бы. А ты сколько дал? Гривен? 80. Вот. Отлично. Ну, продажи за 30. Ну, я видел, почему продавали. Ну, это же надо циферблат, стекло. Поменяешь стекло, обслужишь. Все дела. И за 100 гривен. Ну, на eBay тоже любят символику. 100 гривен рабочие, механические. Это духи. Соль, перец. Соль, перец. Да. Ручки. Че, я монету взял? Я у этого человека беру разные хорошие вещи, он предлагает по хорошим ценам. Поэтому я взял монету. Да. А медаль, ну, 1200 тоже хорошая цена. Не, ну медаль, я не силен, не буду сказать. Кораблики, и почем кораблики, Олег? 150 гривен. Вообще халява. Как тебе за соточку? Вообще халява. Ты шо? Хороший комплект шахмат, хороший. Да. Ты знаешь, на подсчитывай. Ну, брошка у него есть, я бы купил, блин. Но он хочет за нее 350 гривен. Кошмар. Олег, а 250? 300 гривен. Ну, если как для меня 300, то я уже беру, ладно. 300 беру.
А ну, она вся целая? 300 гривен. Одной подвесочки нет, блин. Блин, нет одной подвески. Двух, ё-моё. Ты шо? Ладно, я пока похожу, подумаю. Хотел купить, для нет подвески. Вот кубик, может, есть у кого такой, предложите. Предложите мне. Опа, раз, и под кубик место занял. С коробочкой. Да, я бы такой кубик гривен за 200 бы купил бы. Я бы тоже за 200 купил. Так, тебя никто не спрашивает, ему не предлагает. Вдоль этой реки и надо искать золотишко. Здесь. Ну, мало ли. Да, такая вот. Фарватер, 87-й год. Только не то, что надо пока. Верблюд. Маленький. Не встречал такой. Всегда большие. Подходи, кому не дали. Вот такой? Не, другого нету, серебряного. Интересуются этим вибратором, блядь. Вон он стоит, продается, блядь. Вот он. Спрашивайте, приходите, берите. Все тут у Лехи есть. А почем самовар, Леха? 250. 200 отдашь, да? Ну я беру. Опа. Ну чтоб это, чтоб не таскаться. Что? Чтоб не таскаться, на, поклади, я забрал. Красоты, да. У Лехи много всего интересного. И цены становятся все демократичнее и демократичнее, да, Леха? Да, вагнал. Вот что я тебе говорил. Сертификация. А, вот этот. И почем такой сертификат? Короче, пятерка. Я узнавал. 10% от стоимости изделия. 50 тысяч стоит мусор. Да. Лучше бы изделие. Тарятся. Ножи есть. Тарятся, купол, тарятся стекла. А почем стекла, Алик? По 10 гривен. По 10 гривен. Любые, да. А стекло на ориент есть? Вождь. Сколько у тебя всего красивого. Так я формат поменял уже. Красивого, ты шо? И ножи, и все, что хочешь. И значки, и все это возле перехода. Вот этого. Ну, вы поняли. То есть она подпирается, подстраивается под металл. То есть если я серебро пустил, оно серым стало. Если медь, коричневой. Если латунь, ну, под цвет бронзы. Да, если мандо, сразу пятно. Безопасно для рук, да, не содержит азотных кислот. У вас Ирина, последний у вас, да? Да, у меня больше нет. Техника, хочешь мишек олимпийских? Пожалуйста, мишки олимпийские. Все, что душа пожелает. По космосу хочешь? Пожалуйста. Да, он выбирай, не хочу. Все, что душа пожелает. Только не то, что надо. Ординован целая тарелка. Да. Может, они сильные. Сейчас посмотрим, что с этой стороны. Ну, где-то ж должен быть мой пасхальный подарочек, а? Как думаете? Я его до сих пор ищу. Дома? Велодорожки. Класс. Все, друзья, ставьте на паузу, принтскриньте и учитесь собирать кубик.
знает, что будет разыграно под этим видео. Вот этот полтинничек. Оп. Серебряный. Пишите комментарии и выигрывайте. 2 за 200. Будем чинить. Подписчики встретили. Принесли пару часиков. Вот здесь у меня есть циферблат. Все. Там как раз кто-то бочку хотел. Будет бочка. Сейчас пойду скажу к дяде Славе, если он еще не распродал все. Он уже давно выложился, наверное. Сейчас проверим, что там у него есть. Притулю пока сюда. Что это у тебя? Копия G-Shock'а, блин? Батарейку надо ставить. Да. Приклеена. Вот белый ремешок. А сколько стоит? 150. Зарицкому нужен белый ремешок. А ну сейчас я ему отправлю фотографию, пусть посмотрит, надо ему или не надо. И плеер какой-то серьезный. А сколько он стоит? 250. Это Sony. Вот там 2 гигабайта. Тут. Не, какие корабль? Ты шо? Ну, не скажу. Кто тут у дяди Славы? Самовар. Вилки, ложки. Пепельница. Пепельница почем, дядя Слава? 200 гривен. 200 гривен пепельница. Пепельницу вообще надо брать. Черный ставик, черный покрас. 200. Шкатулка. Брелки. А брелки почем? Брелки по сотке. Вообще даром, гляньте. Колю какого? Ну, молодого. А, не, пока. И шо, лянь, какая красивая. А почем такая? 200 гривен. Огонь. У дяди Славы самые демократические цены. Набор. А набор почем? 1500. 1500. Нульцевые, да? Да, мне есть проблема. Даже на курсе. Давай. Нульцевые. Это получается что? 6 чайных, 6 вилок, 6 ножей и 6 ложек. Огонь. Нульцевый. Белка серая. Правильно. Когда много его найдешь, знаешь, когда свои. Ну лезвие у нее, блин, не очень, а. Ну то, что серая. Ума умре от завтра. У вас есть, а у кумы нема такого. Вот эти по 30? Да. Ну, на этих пластинках. А стеклянные фигурки почем, дядя Слава? Что? Стеклянные фигурки. 50 гривен. Вообще недорого. Красивые. Опа. 100 гривен. Чуть не упал. Кто здесь торгует? Мальчики, а кто здесь торгует? Я. Ну, что почем? Вот это 200 гривен. Почем такая? Сколько такое? 50 гривен. А, так подожди. А, так мы тут и есть, так а где вы? За нож такой. Ух ты. С отстегивающимся лезвием. Нифига себе. А сколько стоит? 800. Какой дешевый? Всего 800 гривен, да? Дешевый. Огонь. Да дорогого, самого дешевого. Какую цену подстаканник? По 250 гривен. Смотри, короче, улетели, видите, да? И брошки нету уже. Все. Все пропало. Слава. Дядя Слава, а Мишка почем? О, Мишка. За 4. Хороший. Михаил. Сейчас. Когда-то я искал себе такой большой чайник. Но нашел. У меня белый.
Ивин купил дяде Славы браслетик такой перламутровый. Свою не... Это я дома поставлю. Ага, ну давай. Не, я при власти. Да ну, с ней нации земля еще не видела, а ты свет не видел. Ух ты, какой конек. Только сказал ух ты, сейчас сразу раз и подорожал. 53 еще дороже. Да? Куда еще дороже? Красивый конек. Ори. Опасный нож. Охотник. Давай 200 и забираем. Прикольный. Сколько денег, Олег? Олег. Ого. Водка дракона, блин. Ты шо? Опа. 200 гривен. Пойдет. 41. Мишки по 100 пока есть, надо брать, блин. Возьму на родных застежках, блин. Пока есть, надо брать. А в чем прикол? У меня по 100 гривен. Я беру, малый по 200 продаю. 53 солдата, ну пока что за солдат. Давай за 30. Да. Тимоха тут копанул рычаговых солдатов, блин. Тут вот таких только на дороже. Молодцы. Денег ты ничего ламповый найти. Да. Да, Тимоха тут. Да. Жмень, а потом вывалим там у дяди Славы. У дяди Славы вывалим, покажем. Что тут продают. Народ вроде есть. Четные. А там все потом распечатаем. Так они все новые. Я смотрю, они не ходцы. 21 года. Ценник на монеты СССР и России. И ценник на украинские монеты. Тимоха тоже себе взял. Монеты Украины. Это не тот. Не такой. Это не тот. Тимоха тоже взял. Да, друзья, вы ж любите халяву, правильно? Специально для вас вот эта фотография делаю одного каталога и второго, 21 год, свежие, апрельские. Ссылка на телеграм-канал внизу. Да, делаю фотки, кидаю туда. Так что пользуйтесь, лайкосик не забудьте. Жарко, очень жарко будет. Куча мультиварки, это куча, да? Вентиляторы, пожалуйста. Это на камеру цену не озвучу. Ты за сколько купил? Недорого. Недорого это за сколько? Покажи вот так, руку убери. Руку убери, за сколько это недорого? За сколько это недорого? 800. Я только хотел сказать. 700, брешет, блин, шучу. Брешет, брешет, блин. За сколько? Да за 200. 350. Он 350. Сразу профессионал. Вот это да. Но тут не полный комплект, у циркулей двух не хватает. Если что, вот предлагаете такой большой комплект, я тоже куплю с удовольствием, с огромным, и продам его Владу. Блин. За 400. Ну да, если за 300 куплю, за 400 Владу подогрею. 19. Да. Красиво нарисован. Вам осталось еще подпись. Надо корону. Да, корону. А как? Сколько стоит? Если уже, вы уже сидите, вы на троне сидите. Надо корону. Просил 2,5. Ну я да, куда? Утром я. А ну подожди, подвинься. Серебряные петлички. Что угу. Тут? Прозрачные, да? Это не то пальто. А что не то? Так на скидку шо. А прозрачные просто. А сколько стоят? Я 2 хочу. Две и штука. 3. Ну слышишь?
Ну такие мне грех не купить, размерчик просто. Ты видишь какой? Это, короче, просто можно в пуп вставлять вот эту балабу. Чисто для фото. Бусман, блядь. Голубое. Что это такое голубое? Можешь достать? Ничего там. Что это там? Да, блин, на образ. Смотрите, друзья, внимательно выбирайте. 16А, да? То я уже, блин, забыл. 16А. Да, первый. И значочки, и медальки. Перевернутый конец. Я смотрю, у вас это Китай, да? Перевернутый. Не, я тоже ищу сегодня яичко, но хотя бы фарфоровая. Подержи. Не, хотя бы фарфоровая с эмалькой, блин. Мне надо будет ваша помощь. Ну, естественно, не бесплатно. Ух ты, ты шо, какая лай, блин. А почем лайба? 600 гривен. Ты шо, блин? Класс. Интерьерно прикольно. Вот. До Житомирска не доезжаешь с правой стороны. Забудь. Игрушки. Не, ну гусы нормальные, да? Четкие. Четки нормальные? Такого найти. Да, с чертиком. С чертиком, да. С петушком. Богемский остальные. Ну, уже более такой, ну, современный. Ну и то лимон в конце. Это вам не золотой батон. Да, колокол такой серьезный. Жираф. Все, что хочешь. Хорошая курица. Сколько коштует? Хорошая, хорошая. Просто размер. Это поляков перебили, да? Нет. Да, почем? Да, 100 долларов. Тоже. У меня было... Хорошая. Идеально тоже. Просто приятная такая. Тушь, вены. Выполнена в таких форматах, черно-белый. Да. А вот он, Запорожец. Так ты посмотри, после... Розовый. После аварии, видишь, какой? А, это после аварии, нет, да? Нет, не после аварии, это... Петя, вот брак. А что это такое? Советские. Прикольно. Негр еще тут. Блин, искал рюмки, не было. А теперь на, пожалуйста. Ты шо у вас копилось товара, а? За локдаун? Ух ты! Колеса подзарядки шикарные. Кое колесо только в два раза в радиусе больше выкопали, короче, прикинь. И начал я копать вот это
центра. В Тулку. Да, в Тулку так попробовал. Блин, думал, чеснорядь, что я такое. Короче, копали в два раза больше. Потом перли километра полтора до машины. А потом это самое. А потом оно не вошло в багажник. И все, и кинули. Парусник шикарный. Шикарный парусник. Чуть-чуть его, конечно, надо до ума довести. Моторчик. Моторчик и все остальное. А сколько стоит? 1000 гривен, что поддать. Ну, в идеале, когда-то он был на моторчике, когда-то он запускался. Бюсты. У вас есть награды? Андропов. Вон, видишь, там внизу, там, нет, ниже, видишь, там, 85-й год. Есть Андропов, есть Горби. Ты шо, Лянь? Лысый собственной персоной. Пушок на голове. Значок бы. А вот есть, Лянь, как матрешка. Сейчас. Ух ты. Хрущев. Все тут собрались. Пишите в комментариях, кого узнали, друзья. В комментариях пишите. Банда, целая банда. Опа. Опа. Обязательно, друзья, пишите, кого узнали. А ну да, я покажу последний, кто тут маленький такой. О, узнаете? Ну, Аляшка, да прикольная. Коваленко, не с такие. Яйцо Чернигов. Вот я сегодня ищу своего пасхальное яйцо, что-то. Хожу и не нахожу пока. Ладно, пошел дальше искать, друзья, свое пасхальное яичко. Да. Тихо. Яйцо, Лянь, как остановилось. На тебя показывают. Барабанщики какие тут прячутся, а? Ты шо? Так, пошли дальше. Друзья, это был А8 магазин. Шахматы тут у них. Часы. Заготовки. Ну да, уже просто. Да нет, выработали только полмапа, все нормально. Было бы шире и побольше, думаю, но можно было. Ну, мама, давай подумаем. Ну, да. Половник. Пробу. Кстати, возьми половник. Тут он солдатика в вагон. Могут быть не только книжки. Висит кителечек. Хочу спросить, там значок один. Почему тут с самолетиком там есть? 1000 гривен кителечек. Медалей там таких каких-то нету. Ну, зато да, все рядовое. А значок сколько стоит? Нет, оно вместе продается, это человека. Войска ПВО. Я бы значок бы один купил. Блин, дальше некуда. По 200 гривен стоит. Ерунда.
Ему говорит, 500 за знак предлагали. Какой машинка? Ну да. Вот редкая, вроде вся в сборе. А сколько стоит? Не знаю. 150 гривен. Опа, ну да, пока, пока ходили, уже купили. Это целое состояние, наверное. Реально, это вот это что? Меняем на магазин. Да, я тоже. Да, пошли ты смотреть. Хорошая, дорогая машина, да, на вас? Я вообще ни на одну гривну не продал. Нет, продал. У меня один подписчик. Почтовый ящик открыт. Это я, знаешь, такой ориентир делаю. Если мой почтовый ящик я выставил, значит, я где-то тут на месте. Стоп, это вы у дяди Славы взяли? Да. Блин, было сегодня, да, у него. Но мне кажется, что это неплохая вещь. Хорошая вещичка, я просто не захотел тянуться. В магазине все продается, если что. Видите, появились ценники. Где-то ценники появились, где-то в видео можете спрашивать. Да, что почем. Вот такая вещь. Андрей вам ответит. Вот ходит интересный, блин, огонь. Я даже не знал, что ходики с одной гилькой должны работать. Да. И они вот у меня, я ухожу, гилька оказывается всегда на полу. То есть мне часовщик их сделал. А сколько стоят ходики? Ой, ну ходики — это такая редкая вещь. Я хочу за них $300. Хорошие ходики, не частые вообще. Вообще не частые. Для этих ходиков состояние бомбезное. 20-е годы. Сейчас мы все это внимательно покажем. Что тут есть. Если кого-то что-то интересует, можете писать прямо в комментариях. А человек вам ответит под видео. Потому если заинтересуетесь, даст свои контакты. Краны, ты шо? Это все дореволюционное. Я два крана отдал сейчас реставратору. Я хочу, чтобы они полностью функционировали с градусниками. Такие мне должны восстановить. По-моему, современные под старые стоят дороже. Да. Они стоят по $1500. А тут это довольно неплохие вещи. Это, кстати, тоже дореволюционная лейка. Вот эти две вещи тоже продал. Это по 3000 гривен. Ну, вот еще поменьше есть. Да, ну там на 1000 дешевле будет стоить. Это оригинальные тарелки 20-х годов, а то агитация за Януковича. Где там, например, не написано, могу там в комментариях ответить вам на вопросы, что именно вас интересует. Кто-то спрашивал весы. Весы, вот они весы. Золотыми гирями. Пилите гири, они золотые. Да, готов отдать. Чуть-чуть у нас ездит тепловоз. Так ездит, видите, что упало и разбилось. А, разбилось это самое от вибрации. Представляете, я даже не заметил. Ну да, упала витрина. Надо поубирать. Ну и такое бывает. Это современное, но производит американская фирма. Довольно, она вся новая, у меня есть коробка представительная. То есть сюда всякие ужасы. Тут как бы двойной идет к ней портретик. Можно вставить. Вот этот набор стоит $200. А вот этот набор. Оккупационный Джапан, карандашный с этого времени. Это период 45-48 год. Я купил их в Америке, я хочу $300 за них. Ну, то современное, это такое. Жириновский, оригинальный Жириновский, я когда еще до периода 14 года покупал. Он новый полностью, у меня есть запасники там, то есть он... Бумажка, я просто открыл для фотографии, выставил на eBay, $100 такой, 2012 года, оригинальный, сделан во Франции. Потому что есть Жириновский, который делался в России, это чисто французский.
лошадку буду разрисовывать. Ребенку, как стимулировать, мотивировать детей на это, договорился со своим ребенком, что она мне за определенную денежку ее разукрасит красиво петриповскую роспись, и буду тоже продавать ее. Я могу сделать их, у меня две, сделать одну девочку, одну мальчика, если кому интересно. О, машинку, да, кстати, наблюдаю, выставил на eBay ее, я ее реставрировал, она в наблюдении у 8 человек. Один даже реально расспрашивал, но цена его с доставкой $550 смутила, хотя у нас на рынке они где-то 4500-5000 продают. Поэтому, если кому интересно, вот тут внутри Украины купить, у меня сосед продает такие вещи. Ну, кстати, рейховскую канистру можно дать за 1000, кому интересно. Канистра. Поставил самые такие, как на Укра, самые минимальные. Это моя личная коллекция, которую мне покупала мама. Еще все советского периода. Это всякие коробочки. Ух ты, какая жестяная коробочка. Ну, мне коробочки нравятся. Ну, это так, мы можем обсудить, если вам что-то заинтересовало конкретно в комментарии. Это дореволюционная такая. Ну, ключика нету, к сожалению. А еще купил он тот пистолет. Мне в детстве вспомнил. Помнишь, какой был? Ну, говорят, там искра, что-то не вылетает. Нажимайте сюда. Ого. Ну да, должна искра быть вроде. А что-то мне кто-то там в комментарии написал. Это светиться должно, как фонарик. А, ну да, да, я же помню, что-то оно такое жужжик, оно не жужжик. Ну вот еще машинки. Говорят, у меня они стояли возле окна, чуть-чуть видно, там снимается каким-то раствором. Самолетик, да, хочу 600 гривен. Там ты понимаешь, я вот это смотрю, я барахольщика реально начинаю превращаться. Лампа Ленин жирный. Ленин жирный, да. Реально жирный. 20-х. Его поднять, блин, вот так нереально вообще одной рукой. Ленин жирный этот. Можно спросить пока это? Вот у меня есть почта униформа, но не хватает эмблемы Министерства связи. Может, у кого-то есть? Можете предложить, я рассмотрю покупку. Потому что вот как-то не попадается. И фуражка уже есть, и на фуражку хочу кокарду. И сам костюм есть. Поэтому киоск у меня B12, можете прийти так в гости по выходным. А я комментариями, я ссылку оставлю на ваш канал. Закреплю, чтобы если что, писали вам в личку, кому что понравится. Да, заходите. Номер B13. Пищевые отходы – это ценный корм для скота. Касса, что ли? Это от чего такой сундук? Не знаю, я купил его на барахолке. Ты шо, блин? Мне предлагают кран большой. Ну, кран с барной полностью, все, короче, ну, гамасовый. По цене металла. Это может от маленького патефончика сундучок или от чего это сундучок? Кто знает, подскажите в комментариях, от чего сундучок такой? А сколько стоит? Ну, я думаю, что недорого, 400 гривен. Хороший сундучок. Ну, старая довоенная, ну... А зачем отдирать, я понимаю? Ну, она же не цельная, понимаешь, мне так не нравится. Я понимаю. А вот эту... Красивый, да? Отдерешь, будет вот как здесь, останется клея. Лучше пускай липонина остается, кто-то заберет под реставрацию, там ангел один, там второй, здесь букеты. Ну, а, можно отдельно доделать. Их доделать? Может, лучше доделать, конечно. Да, ну вот я вот ваше вот мнение, вот купил, конечно. Вот буквально за дешево, но его надо довести до ума. Конечно.
Кто-то заберет под реставрацию. Ну вот я тоже как бы взял под реставрацию. Но я себе думал, вот это типа с этой зашлифовать нулевкой, чтобы убрать только клей. Только испортишь. Испортишь? Конечно. Вот опытные реставраторы. Вот, слушай, вот смотри, кому... Точно вот такой ангел, вот. Ну скажи, будет прикольно. Вот образец вообще есть. Прикольно. Вот с этих образец. Могут снять слепок. Конечно. И сделать такой же. Вот здесь есть, вот тоже сюда. Есть. Сейчас я поговорю. Поэтому... Я лучше денег, чтобы с меня постановили. А так ты испортишь мутя. Раз, раз, раз. И разбежалась. Как и не было. Друзья, сегодня барахолочка. Рассчитывали, что будет лучше, прям просто... огонь, но на праздник повыезжали многие. Надеюсь, следующая суббота будет лучше, чем эта. Пока, до новых встреч. Сегодня я тоже скупился неплохо, да? Как думаете, пишите в комментариях.